Здравствуйте всем! Сегодня немножко незапланированное видео, но я совмещу свой рассказ о размножении хои, и это будет своего рода видео-ответ на комментарии, которые оставили мне к предыдущему моему видео о том, где я укореняю листики растений комнатных и что из этого получается. И вот в частности про хою, там мне написали, что укоренить листик хои возможно, но как бы дальше этот росточек не пойдет. То есть точки роста нет, и это невозможно. Итак, уважаемые зрители, я хочу сразу сказать, что я делюсь своим опытом. Мне самой это безумно интересно, и я не сочиняю, не придумываю, рассказываю все, как это есть у меня. Итак, вот моя хоя. Здесь два растения сейчас сидят в одном горшочке. То, что у меня как бы черенок, и листик, который вот, собственно говоря, у меня и рос. Я расскажу конкретно и подробно, как я эти растения укореняла. Итак, дело было по осени. Значит, я взяла у хои черенок и листик. Сразу скажу, что я изначально, прочитав про это растение, я где-то в интернете наткнулась на информацию о том, что из листика размножить хою возможно. И именно поэтому я взяла два экземпляра, черенок и листик, вот чисто для эксперимента. Я поставила обе этих растюшки в воду. Черенок начал давать корни буквально даже, наверное, день на пятый, учитывая, что это была осень, очень такой неплохой результат. И примерно уже где-то, наверное, через там полторы недели уже корни были очень хорошие, и я растение решила посадить в грунт. К этому времени листик, он никакие корешочки не дал. Вот этот листик. То есть как он сидел, так и сидел в воде. Хороший, плотный, ничего не изменилось в нем, но корешочков не было. И я решила и его тоже посадить в грунт и посмотреть, что будет дальше. Черенок, соответственно, очень быстро начал расти, там буквально через там полторы, может быть, две недели уже начался рост. А листик сидел примерно где-то месяц. И вот в течение, может быть, там через месяц, через полтора, рядом с листиком стала появляться веточка. Вот эта веточка, она стала появляться рядом с листиком. Маленькая совсем была эта веточка, потом в зимний период эти растения у меня практически не росли, то есть они сидели на одном месте. И вот уже с приходом весны хоя начала расти. Вот уже прям даже видно эти такие светлые листочки, это вот новые листочки. И весной я решила вообще эти растения посадить в один горшочек. Ну, во-первых, это экономия места. Ну, а во-вторых, это как-то вот так более пушисто будет выглядеть. Вот, то есть таким образом я могу сказать, что хою у меня, по крайней мере, получилось вырастить из листочка, то есть именно из одного листочка. Я брала листик без ствола, без просто один листочек. Вот он как был, так и есть. Один листочек. И на этом все про размножение хои. Надеюсь, я ответила на комментарии, которые мне оставили. И мне очень приятно, что вы оставляете комментарии, пишите мне. Пишите, в общем-то, это повод снять новое видео. Всем спасибо, всем пока!